В эфире информационная программа «День города», в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте. О самых заметных событиях этого понедельника вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Взрыв на Новой Мичуринской ГРЭС. Причины и последствия. Путешествие на ощупь. Что делается в нашем городе для слабовидящих рязанцев? Заслуженные артисты на фоне красот Рязанской области. В Касимове проходят съемки художественного фильма. Очередные сентябрьские выходные запомнятся рязанцам и жителям области отнюдь не радостными событиями. Так, в ночь на 23 сентября на Новой Мичуринской ГРЭС прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал один человек. Подробнее о ЧП и его возможных причинах узнала наш корреспондент. Сообщение о ЧП на Рязанской ГРЭС поступило на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи 23 сентября в 1:40 ночи. Видео взрыва на объекте было запечатлено камерой видеонаблюдения. В результате этого хлопка нарушения технологического процесса не было. То есть объект работает в штатном режиме. Значит, ну и, соответственно, с самой конструкцией здания, значит, оно предусмотрено такие ситуации, поэтому, значит, ну, как бы в штатном режиме произошло разрушение легкосбрасываемых конструкций, так называемых, то есть остекление и сам цех, он, в общем-то, ограждающая конструкция, они такие вот, как, так называемые легкосбрасываемые, то есть которые в результате, в общем-то, сработали и что позволило, ну, в общем-то, саму зданию не разрушиться. Как выяснилось, взрыв с последующим тлением угольной пыли произошел в угольной мельнице котлотурбинного цеха, когда котел энергоблока отключали для планового ремонта. На место происшествия выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава государственной противопожарной службы. Тление пыли было ликвидировано, оборудование и несущие конструкции станции не повреждены. Стоит сказать, что после ЧП Рязанская ГРЭС продолжила работать в штатном режиме. На производственный процесс взрыв не повлиял. В данный момент на месте происшествия проводится проверка. По данным представителям ЧС, в результате взрыва пострадал один человек. Он получил ожоги рук. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».Выходные стали горячими для жителей Касимовского района. 24 сентября в деревне Мальцево произошел пожар. Подробности в следующем материале. Информация о пожаре поступила на пульт в 13:23. На место тут же выехали 4 пожарных расчета. Однако о факте возгорания было сообщено слишком поздно. Огонь уже вышел наружу. Так что дачный деревянно-рубленный дом размером 6 на 9 метров был полностью уничтожен. Кроме того, погибли его хозяева, мать и сын, приехавшие в деревню Мальцево весной из Москвы. По словам местных жителей, семья была неблагополучна. Их неоднократно видели в состоянии алкогольного опьянения. Сам очаг пожара был внутри. То есть, скорее всего, это либо неосторожное обращение с огнем, либо это какая-то там электротехническая, может быть, причина. Тоже эта проверка проводится, будет установлена. Еще один фактор, повлиявший на судьбу хозяев – решетки на окнах, которые препятствовали проникновению пожарных внутрь. На сегодняшний день точная причина пожара, а также размер ущерба устанавливаются. Еще один пожар произошел в нашем городе в понедельник. В одном из домов на улице Новоселов загорелась квартира. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Пожар на улице Новоселов в доме номер 24 устранили за считанные минуты. На место прибыли 2 пожарные автолестницы и 2 автоцистерны. Причину возгорания предстоит установить. По предварительным данным, загорелся диван в одной из комнат. Площадь была пожара небольшая, около 5 квадратных метров. Было сильное задымление. Производилась эвакуация людей с выше лежащих этажей. Комната не выгорела, немножко подгорела кровать и спальня принадлежность. Первыми дым заметили соседи. Они вызвали скорую и сотрудников МЧС. На момент возгорания в квартире находились 2 человека. Погорельцы, пожилая пара Валентина и Алексей, не сразу поняли, что происходит в соседней комнате. Были на кухне, готовили еду. Увидела, идет дым. Говорю, что у нас горит? Побежала в зал. В зале нету. А в спальне огонь. Не знаю, что случилось. Серьезных травм супруги не получили. Валентина Алексеевна отделалась легким испугом. Ее эвакуировали из квартиры первой. А вот мужу повезло меньше. Леша обгорела рука и губ немножко. А Вали-то вроде бы нет. А Леша, он там был. Он же не может то же самое. Он парализован. Сейчас в квартире работают эксперты. Одной из возможных причин возгорания они называют незатушенный окурок. Однако, по словам соседей, никто из супругов не курит. Также рассматривается версия о коротком замыкании. Точную причину установить пока не удалось. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Мотосезон вскоре завершится. Его официальное закрытие байкеры планируют организовать 7 октября. Ну а пока они продолжают гонять по городу, зачастую нарушая правила дорожного движения. В воскресенье 24 сентября в 16:30 на улице Связи в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадал 17-летний мотоциклист. Юношу, ехавшего на мотоцикле Stealth Flame без прав, мотошлема и экипировки, сбил двигавшийся в попутном направлении автомобиль Nissan X-Trail под управлением 36-летней жительницы Рязани. В этот момент мотоциклист поворачивал налево. В результате этого дорожно-транспортного происшествия ребенок-мотоциклист получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются. Понедельник, 25 сентября, в нашем городе планируют дать старт отопительному сезону. Информация об этом появилась на сайте администрации города. В сообщении говорится, что пуск теплоносителя на жилые многоквартирные дома и объекты социальной сферы, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, будет производиться в течение нескольких дней. Объявления с точными датами начала отопительного сезона разместят во всех домах. Рязанцев попросили быть в квартирах в день пуска теплоносителя, чтобы иметь возможность быстро устранить неисправности. К началу нового отопительного сезона в городе отремонтировали все 69 котельных и 127 центральных тепловых пунктов. Специалисты устранили около 300 повреждений на трубопроводах, находящихся на балансе РМПТС. IT-разработка рязанской нефтеперерабатывающей компании заняла первое место на всероссийском конкурсе «Лучшие IT-проекты для нефтегазовой отрасли». Она покорила судей в номинации «Цифровой завод». Что придумали рязанские инженеры, расскажем в следующем сюжете. Систему бизнес-онлайн-мониторинга рязанские специалисты придумали одними из первых в нефтегазовой отрасли России. Более 2 лет инженеры рязанской нефтеперерабатывающей компании трудились над созданием удобной и современной платформы, на которой в режиме реального времени можно увидеть основные производственные показатели. Основная сложность заключалась в том, что необходимо было увязать все производственные системы в одном месте и, скажем так, вывести это на мобильное устройство, для того, чтобы у каждого руководителя была возможность принимать быстрые, верные управленческие решения. Программа имеет высший класс защищенности информации 1G, что подтверждается сертификатом Федеральной службы по техническому и экономическому контролю, а значит, конфиденциальность данных будет сохранена. Информация обновляется каждые 5 минут. С помощью приложения можно в цифрах увидеть работу технических установок, выработку нефти, характеристики получаемых нефтепродуктов и многое другое. Эта платформа является достаточно гибкой. Вот. Мы планируем в ближайшей перспективе рассмотреть возможность включения туда финансовых показателей, также показателей по экологической обстановке нашего предприятия. Разработка сотрудников рязанской нефтеперерабатывающей компании не имеет аналогов в стране. Ее востребованность и эффективность оценили ведущие отечественные специалисты. Приложение получило 1 место в номинации «Цифровой завод» 9-го всероссийского конкурса «Лучшие 10 IT-проектов для нефтегазовой отрасли». Вполне возможно, что скоро рязанская инновация будет внедряться на заводах по всей стране. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». МЧС предупреждает, ночью и утром 26 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров, что может повлечь за собой снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям транспортных средств снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Туман ночью и по утрам может сохраниться вплоть до среды. Также управление МЧС по Рязанской области предупреждает, что в ближайшие ночи местами ожидаются заморозки в воздухе до -2 градусов Цельсия, что может повлечь за собой гибель несобранного урожая. Специалисты рекомендуют побеспокоиться о его сохранности. Специальное оформление в виде кругов желтого цвета замечают рязанцы на входных группах магазинов и супермаркетов. Между тем, мало кто знает, что это не декоративные элементы, а специальные предупреждающие знаки. Ведь желтый – это последний цвет спектра, который могут видеть слабовидящие.
Светофоры со звуковым сигналом стали неотъемлемой частью почти любого перекрестка. Созданы они для слабовидящих людей. Когда загорается сигнал, разрешающий переходить дорогу, то из динамиков на светофоре раздается специальный звук. Это не единственное улучшение в городе. Мы советуемся с общественными организациями. Они нам говорят, где самые проблемные точки. Вот, и мы все усилия направляем в первую очередь на них. Можно заметить на ступеньках некоторых зданий желтые полосы. Наносятся они на первую и последнюю. Это стандарт в нормативных документах. Дело в том, что один из самых заметных цветов для человеческого глаза – ярко-желтый. Пешеходный переход, дорожные знаки – во всем присутствует этот цвет. На дверях магазинов, школ и других зданий также могут быть приклеены предупредительные знаки. Желтый круг наклеивается с двух сторон на стеклянную дверь во избежание столкновения с ней слабовидящего. Мы в рамках ремонта автомобильных дорог предусматриваем мероприятия, направленные на обеспечение доступности маломобильных групп граждан, в том числе для слабовидящих. Устанавливаем путем тактильную плитку. Тактильную плитку можно ощутить даже через твердую подошву. Наступив на такую, человек сразу понимает, что перед ним пешеходный переход. Расположена она и перед ступенями некоторых зданий. В нашем городе можно увидеть тактильную плитку двух видов – с точками и линиями. Служат они общей цели. Также у нас есть отдельная программа, которая направлена на адаптацию остановок общественного транспорта и подходов к ним. Мы уже третий год реализовываем эту программу. В текущем году планируем порядка 4 объектов отремонтировать за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Новый проект заключается в обустройстве остановок. Например, подход к ним будет оборудован тактильной плиткой. Проекты не стоят на месте и будут развиваться. Ведь основная задача цивилизованного государства – дать равные возможности разным слоям населения, вне зависимости от их здоровья и физического состояния. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В эти дни на улицах Касимова можно встретить немецких солдат, а порой и вздрогнуть от звука выстрела. Для съемок фильма «100 дней свободы» Тимура Алпатова Касимов с его старинными зданиями – настоящая находка. Какие актеры приехали в город с древней историей, расскажут наши касимовские коллеги. Фильмография Касимова началась в 1957 году с фильма Григория Рошаля «Сестры» по роману Алексея Толстого. С тех пор киношники работают в Касимове и его окрестностях с завидным постоянством, а касимовцы снимаются в массовых сценах. На этой неделе в городе проходят съемки фильма «100 дней свободы» режиссера Тимура Алпатова, известного телезрителям по сериалу «Глухарь». Найти в Москве и в ближайших окрестностях места, в которых вот сохранились вот подобного рода здания, очень сложно. Они либо разрушены и представляют из себя совсем руины, либо реставрированы целиком и полностью, что, конечно, для кинематографистов большой минус. В нашем городе действительно много домов, которые и не руины, но и еще не современные здания, поэтому для нас это находка. Проект снимается для Первого канала. В главном составе заслуженный и народный артист российского кинематографа, полюбившийся публике по фильму «Любовь и голуби». Это Александр Михайлов. Его герой – Петр Авдеевич, человек со сложной судьбой, вернувшийся после долгих лет тюрьмы на родину. Талантливый человек, воевал Первую мировую войну, 14-й год. И очень хорошая фраза мне так вырезала. Говорит, власть – это флаг над городом. Сегодня у вас в основном красный. Я воевал за другой класс, за триколор, там, за другой флаг, за царя Отечества. А родина всегда одна. Партнером Александра Михайлова является известный актер Владимир Стеклов, впервые побывавший в нашем городе. Я в восторге. Я и пешком ходил, погулял. Ну, а что говорить про вид? Вот АК и то, что за ней. Первый канал любит открывать новых звезд. В киноленте «100 дней свободы» поклонники отечественного кино увидят и начинающих актеров. Среди них Софья Синицына и Иван Дубровский. Такие памятники архитектуры. Мне кажется, если этот город полностью как-то отреставрировать, ремонтировать все эти исторические постройки и так далее, это вообще будет какая-то красота невероятная. Съемки фильма в Касимове завершатся к концу недели. Ну а пока провинциальную тишину будоражат выстрелы, и по Соборной неспешно ходят немецкие солдаты времен Великой Отечественной войны. Рязанские улицы со старыми деревянными застройками теперь можно увидеть и в художественном музее. До середины октября там будет работать персональная выставка Светланы Ильиной. О портретах и пейзажах, написанных художницей за последние 20 лет, расскажем в следующем сюжете.
Она законодательница художественной моды 70-80-х годов. Самые известные картины Светлана Ильина написала сразу после выпуска из Московского художественного института имени Сурикова. Они хранились в фондах музея имени Пожалстина более 20 лет. Зрители могут вновь увидеть их на персональной выставке художницы, которая работает до 22 октября. Женское творчество, женская живопись, хотя мощная, точная, простое, убедительное. Когда я начинала работать в музее, это было уже очень давно, Светлана Ильина тогда была у всех на устах. Ее очень любил наш тогдашний директор Степан Михайлович Степашкин. Он выделял ее среди молодых художников. Ретроспектива охватила творчество Светланы Ильиной с 70-х до 2010-х годов. На выставке представлены многочисленные портреты творческой интеллигенции города, а также автопортреты мастера. Светлана очень методично, вдумчиво работала над своим внутренним миром, передавая его на холстах. И действительно, все автопортреты очень разные, они созданы в разные годы, посвящены той или иной тематике и всегда отражают какой-то определенный срез времени. Отдельное место в творчестве художницы занимают городские пейзажи. Большинство из них изображают домики на улице Садовой. Именно там Светлана Ильина жила долгое время. Светлана Васильевна отличается тем, что ее очень ценил Степашкин, и что пропустили многие наши художники. Она очень внимательно смотрела на тот город, в котором она живет. От него такое теплое осталось воспоминание от тех мест, которых уже, может быть, даже и нет. То есть можно здесь просто историю читать нашего города, тех улочек, в котором она ходила. Любимая картина Светланы Ильиной непримечательна для обычного зрителя. Это «Тещин язык». Цветок много лет стоял на окне в мастерской художницы. Он попал на сотни набросков и десятки картин. Я его привезла из Москвы зимой. Он был маленький, а потом разросся. И я его любила писать. Но он замерз в мастерской. Было холодно. У нас отключили отопление, и он погиб. Я очень жалею. Но он красив. Запомнилась работа художницы и над другим полотном. Зимний пейзаж на улице Шереметьево писался в лютый 30-градусный мороз. Никто не выдержал бы такого, чтобы я поставила этюдник, вот такой холст и писала. То есть это было невозможно. Я нарисовала маленький набросочек. Пришла домой, нарисовала на холсте, какой мне хотелось. А потом иногда выходила на улицу, смотрела, как там что, и писала в мастерской. Персональная выставка – это возможность проследить творческий путь художника, эволюцию тем и замыслов, увидеть неповторимый почерк. Картины Светланы Ильиной теплые и камерные. На портретах – характеры без лишних атрибутов, а в пейзажах – камерные уголки исторической части города. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 22 сентября в Рязани открылась выставка продажи товаров из Индии. Ковры, палантины, специи и необычные сладости. Окунулся в таинственную атмосферу Востока наш корреспондент. Стоит только войти внутрь, как вы почувствуете приятный запах. Это стенд с чаем и кофе. Сортов здесь множество, и все они из трех провинций Индии и Цейлона. Черный, зеленый, утренний и вечерний чаи. Есть и с добавлениями фруктов. Будь посетитель гурман или просто любитель чая, каждый найдет сорт себе по душе. От вкусных товаров посетитель движется к практичным. Качественные ковры, которые смогут преобразить интерьер квартиры до неузнаваемости. Одежда страны юга из натуральных волокон. А также палантины, предмет эстетики и тепла. Шелковые, шерстяные и самого высокого качества – кашемировые. Натуральные волокна носить не только приятно, но и полезно для здоровья. Главным же украшением выставки является стенд с драгоценностями. Натуральные камни для вставок из Индии и привычные изделия из золота и серебра. Есть речной и морской жемчуг. Здесь можно приобрести как тонкие ниточки с драгоценными камнями, так и большое красивое ожерелье. Найти этническое украшение или повседневные аксессуары. Посетители от такого разнообразия в восторге. Ой, здесь красиво вообще, такие у них хорошие вещи. Нравится очень. Вы знаете, мне нравится, я уже столько покупок сделала. А что вы купили, если я купила вот на пляж платье легкое и себе, и дочке. Посмотри, какая красота. Ну и бандана, конечно. Мне нравится, вот я мед немножечко себе прикупила. Выставка-продажа будет идти до 1 октября на третьем этаже торгового центра «Премьер» с 11 утра до 7 часов вечера. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Яху! Да! 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 Да!
Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. И я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты?